Один из самых ожидаемых боев турнира – встреча одного из сильнейших российских бойцов Вячеслава Василевского с хорватом Кристианом Пероком. Причем соперник Василевского поменялся буквально 2 недели назад, так что в программу подготовки пришлось срочно вносить изменения. Тем не менее, Вячеслав утверждает, что это не помешало ему подготовиться хорошо и в преддверии боя чувствовать себя уверенно. Соперник – хороший ударник, крепкий физически. Поэтому бой, во всяком случае, я ожидаю очень серьезный, бескомпромиссный. И мой настрой только на победу. Я долгое время не выступал, уже где-то полгода. Вот, поэтому уже, так скажем, голоден до побед, до боев. И могу сказать, что это будет точно интересно. И все, кто будет смотреть, не пожалеют об этом. Этот бой имеет особое значение для Василевского еще и потому, что для него это первый шаг к тому, чтобы вернуть себе потерянное весной звание чемпиона М1. Волнуется перед предстоящим турниром и один из самых ярких полутяжеловесов российских смешанных единоборств Адам Яндиев. Ему предстоит впервые бороться в ударной технике. Вообще-то ребята готовятся годами к этому. Я, как вы знаете, уже перешел недавно только с борьбы, и поэтому у меня было мало времени для этого, но мы готовились очень сильно. Как говорит тренер Рамзи наш, сказал, что мы сделали то, что люди годами делают, мы сделали это за 2-3 месяца. Международный турнир по смешанным единоборствам состоится в кёрлинговом центре «Ледяной куб» 10 октября в 17 часов. Галина Захарова, Борис Осень, телекомпания ФКТ.